Привет, друзья! Это канал Мосолимп. У нас в работе Peugeot 4007. Давайте вместе посмотрим, какие у нас горы материала здесь лежат. Замечательный материал. От 2 до 4 мм толщина покрытия. Небольшой тест на колокольчиках. Вот не обработанный, вот это обработанный. Вот они тоже такие же горы материала. Вот как звенит необработанный. А вот как обработанный. Надо ли объяснять, какой эффект? Ну и хочу вам еще отметить, что на штатные локеры мы кладем такой материал 6-миллиметровый двухкомпонентный. Делаем это, хочу заметить, в подарок. Машине будет реально на порядок тише, высочайший КПД. Будет тихо, потому что арки — это 4 колокола. Это очень сильная звуковая агрессия на арке. Из салона невозможно так упаковать, чтобы было тихо, потому что потом ничего не соберешь. А отсюда мы можем что-то прилично положить. Ну и, конечно же, сам вот этот материал, он имеет, конечно, эффект еще антикоррозийный. Ну и он, конечно, что-то такое волшебное оказывает и не пропускает определенные звуковые частоты. Берегите уши, друзья. Всем пока!